сразу, да? Ничего, да? Не, мы актеры, актеры. Ровно 20 лет назад, 20 лет назад была создана Академия в том виде, в котором мы сегодня ее имеем. Я хотел бы поблагодарить весь тренерский штаб, всех воспитателей, ребят, а самое главное, директора Академии, которые прикладывают массу усилий, чтобы всегда, как говорится, быть вот в этом топе, в этой элите, скажем так, крупных академий. В этом году тоже, видите, у нас 10 лет, как мы выиграли Кубок УЕФА. Я хотел бы пожелать вам, чтобы через несколько лет вы уже держали серьезные европейские трофеи в своих руках. Желательно, чтобы вы удержали с нашим клубом. Вот. Но жизнь, она сложная, всякое может произойти, поэтому, естественно, я вам желаю по жизни только одних побед. Самое важное для всех тренеров и для меня – это суметь, да, воспитать так людей. Потому что в итоге те, которые были футболистами, мы часть нашей жизни были футболистами. А все остальное время мы также остаемся людьми. Поэтому ценности, да, в старании, в уважении, в работе, в команде, да, то есть постоянство в своей работе. Это то, что поведет вас, да, и позволит вам быть профессиональными футболистами. И жить с гордостью в этой профессии, которая началась как просто игра, продолжила как спорт, и которая сейчас, с сегодняшнего дня, да, становится профессией для вас, в которой вы сможете жить, да, благодаря этой профессии, и в которой вы должны будете бороться, да, чтобы удержаться, да, и быть дальше профессионалом. Поэтому желаю вам самого лучшего, успеха, да, и будем дальше бороться, чтобы вы могли исполнить свою мечту играть в первой команде «Шахтёр». Вы все талантливые ребята. Очень талантливые ребята, но всегда запомните одну цель, что талант – это еще не все, да? И хотелось, чтобы вы помнили то, что, да, я вам всегда говорил, ребят, чтобы вы воспитывали в себе вот эти черты характера, да, трудолюбие, усердие, терпение, чтобы свой талант подпитать в будущем, потому что вам еще предстоит очень много работы. Вы прошли определенную ступень, но на этом ничего не заканчивается, да? Вся футбольная жизнь у вас сейчас только начинается. Мини-тюк! Алиса, ты оттуда! Музычка!